наверное, топ его карьеры. Но Амиель возглавлял долгое время Нимбург, собственно, где он и стал известен. Он хорошо знает чешский рынок. Посмотрим. Интересно. Я вот про Томаша Халс. Вудард. Вудард 3. Воу, это самый сложный реализованный бросок, который мы видели в этом. О, 10-0. 10-0 рывок Бамберга. Вот так вот потихонечку, да, они вышли вперед. Вудард, его точка. Вудард реализовал 3 из 4 дальних бросков. У него читак. Да, действительно, он хорош. Акил Митчелл начинал сезон в Коршияке. Джеймс Вудард. Идеальная техника дальнего броска. Халс издали. Нет. И забирает подбор Вудард. Сейчас повезло Людвигсбургу. Вудард правой рукой. 72. Тайгейм. Вудард вернулся на площадку. Вудард бросает 3. Джеймс Вудард. Лучшая его игра. Вудард пошел обыгрывать Прюэта, пошел забивать. Джеймс Вудард очень-очень хорош, так сказать, в этой четверти. Все, можно сказать, сначала Вудард не стал атаковать, будет бросать со средней, будет попадать вот с этого элбо. И будет, конечно, Бамбергу очень сложно достать соперника. Чейз Саймон, нарушение правил Джастина Робинсона. На ровном месте. Это легкие, прямые, быстрые очки. Оба реализовал. Вудард не берет этот свой...